Всем здравствуйте, друзья, товарищи, кто подписан, кто не подписан, всех приветствую. Вот мы пришли с вами из магазина Save a Lot. И что я купила? Я купила такую свинину. Стоит 7,90. Полкилограмма 2,69. Я делала тогда для мужа тефтели и котлеты. Ему очень понравилось. Также его биф патис. Тогда в шортс я выставила, как он пробует. Ему нравится, это он давно покупает. Я хотела ему печь. Но у меня теста не было. И сейчас заморачиваться я не хочу. А он хочет на эту неделю перекус там устраивать на работе с собой. Они вроде печеные. Спайси. Остренькие. Джамайкин стайл. Интересно, сколько калорий тут указано или нет? Не указано, кажется, калории. Наверное, будут на самом пирожке указаны калории, да? Производят это в Нью-Йорке. Теппен. Какой-то город Теппен. Caribbean food. Ну, люди любят тут такое. Типа 0 граммов трансфет. В общем, ему нравится, пусть кушает. 10 штук. Сколько же стоит? 10 штук 13,29. Мясо 7,90. И вот эти яйца 12 штук бесплатно по талону, который я вчера взяла. Хлеб я не стала брать, не нужен. Так, ну и за пирожки, и за мясо, естественно, мы заплатили 21,19. А потом зашли рядом Family Dollar, так как у нас совершенно закончилась бумага. Бумажные салфетки Paper Towels. Они совершенно не важнецкие. Надо будет взять упаковку в Aldi, там хорошие. Взяла вот такую дешевку. Совершенная дешевка. $10. Короче, когда загрязнятся, выкину и все. Ну и тут мы заплатили 12,96 по доллару. Вот эти бумаги. Десятка стоит сковородки и 96 центов таксы. Интересно, а тут мы на еду таксы заплатили? Нет, не заплатили. Так. Ну вот такая покупочка. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.